Всем привет, с вами Серега, и сегодня мы будем делать вот такой вот ночник. Вот так вот он у нас интересно выглядит. То есть мы вот здесь вот поворачиваем, и он у нас светится. Ну что ж, приступим. Ну и для этого нам потребуется вот такой вот водопроводный кран и два вот таких вот переходника. Так, еще нам потребуется силиконовый момент, резиновая перчатка и маленький светодиод. Еще вот такой вот маленький переключатель, ну и еще вот такие вот маленькие батарейки. Ну и первым делом нам необходимо сделать форму капли. Для этого нам потребуется один палец от медицинской перчатки. Мы его наполняем силиконовым герметиком, формируем, пока он у нас застывает, и ждем, пока это у нас все застынет. Вот так вот берем его и заполняем его силиконовым герметиком. Формируем нашу будущую каплю. Ну вот она у нас полностью высохла, и теперь мы ее вытаскиваем. Вот такая вот у нас получилась капля. Ну и еще нам необходимо сделать вот такую вот схемку, то есть припаять наш светодиод и переключатель. Получается у нас вот такая вот штука. То есть здесь батарейка будет. Нажимаем, и он у нас светится. Ну и теперь его необходимо вот сюда вот вставить. Вот так вот их вставим и отсюда его выведем. Ну и когда мы его будем поворачивать, он у нас там внизу будет опускаться и нажимать вот на этот переключатель. И то есть получится у нас вот так. То есть мы поворачиваем вентиль, и лампочка у нас светится. Останется только там все заклеить, и можно уже будет приклеивать нашу каплю. Вот здесь вот мы сделаем небольшое отверстие и вставим туда наш светодиод, и вот так вот мы ее заклеим. Ну и еще нам необходимо выпилить вот такую вот деревяшку с отверстием. То есть мы вот сюда вставим вот этот переходник и закрутим вот так вот здесь наш кран. Вот, и вот так вот он у нас получится. Ну, теперь нам необходимо вот здесь сделать небольшое отверстие и вставить туда светодиод, и вот так вот это все приклеить. Нам необходимо сделать здесь надпись и окрасить это все лаком. И можно уже будет вот здесь вот это все закреплять. Так, берем выжигательный аппарат и делаем любую надпись. Вот такая вот у нас штука получилась. И теперь мы это все окрасим лаком. И теперь мы все вот здесь вот закрепляем. То есть вставляем его туда. Ну и осталось только закрепить вот здесь вот батарейку. Закрепить батарейку можно с помощью обычного скотча. То есть вот здесь мы вот так обмотаем и закрепим. Ну вот, все закреплено. И теперь мы его включаем. То есть поворачиваем кран и включаем лампочку. Сейчас плохо, наверное, видно, надо посмотреть на это в темноте. Вот, и вот так вот он у нас светится. Так вот мы его повесим и закрепим. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Серега, всем пока. Ну и еще подписывайтесь на мой лайв-канал. На нем тоже много всего интересного. Заходите и смотрите.